Вы, конечно, очень здорово. Ты не будешь играть? Летись назад, пожалуйста. Вот, держи. Вы будете капитанами команд. Правильно, прилепили, кстати, вот именно туда вы и будете лепить. Ребят, пожалуйста, присядьте на свое место, я обязательно к вам подойду. Вот. Вы будете капитанами команд. За вами будут строиться другие ребята. Понятно, да? Вот. Одна елка, другая, один клеит на одну, другой на другую. Вот, понятно, да? Так. Вот, Эльза, тоже держи, хватай скорее. Стройся за кем-нибудь из ребят. Так, так, так. А кто тут что-то еще говорил, да? Чем наряжают? Вот, держи скорее, идем. Выходи, Эльза. Стройся вот за парнем. Стройся. Вот, вот так. Держи. На, один держи. Иди играть там. Вот, держи. А что надо? Так, и ты держи. Держи. Выходи. Так, так, так. Кто еще будет играть? Вот, держи. Идем, выходи. Можно. Снегурочка, да, у нас такая красивая. Вот, держи. Гирлянды. Вот, хватай. Вот, держи. Так. Вот, держи. Выходите. У нас вот там вот елочка, вы туда клеите. Так, ребят, ваша задача. Слушайте меня, я тут. Так, вот перед вами список елок. Клеим абсолютно в любое поле, в которое захотите. Так вы мне поможете украсть елочки. Понятно, да? Делаем это по одному. Приклеили, можете присаживаться на свое место. Понятно, да? Все, начинаем. Можете начинать. Три. Ой, веточек-то у меня же дала нет, наряжала нечего. Простите, ребята, что вас не беспокоило.